Так, ребят, всем привет, с вами Кровь, ребят. Начинаю проходить лимбо. Так, давай. Пройду две головы, или даже три, или четыре. Да я не знаю, короче, сколько правда. Мой процессор будет шуметь из-за того, что он нагружен. Я не знаю, от такой игры нагружаться — это реальный дебилизм. Не так уж и жив. Я эту игру проходил на телефоне прям реально полностью, и не снимал, потому что не было не лень, потому что я проходил на телефоне, который лагает хуже, чем мой компьютер. Потому что, ну, компьютер мощнее, это логичнее всего. Короче, Ctrl, прыжок, если что, вот это ПК-версии. Никакой не эмулятор. Ну, в принципе, все помню, как проходить, давай, дядь. Опа. Так, вниз. Сейчас, какая голова? Две головы, все открыто. У меня две головы открыты. Головы. Ой, блин, дебил! Зачем? Або пониже немного. Ой, давай. Вот так. О, блин. По привычке хочу, блядь, на пробил нажать, но надо именно кнопками. Чтоб я мышку врыгнул. Блин, давно. Так, вот так. Бля, я боюсь. Так. Нет, третья голова не открыта. Сейчас открою третью голову. Все открыто. Ты ебешь, скажи мне. Сейчас откроем. Хочу открыть голову и кое-что. Ладно, потом узнаю, короче. Скорее всего, я просто умру. Датчик бой. А, в жопе. Давай. Погнали. Не знаю, здесь никак читерить нельзя. Эта игра не от первого лица же. Ну, скорее всего, да, я умру. Мне кажется, так и есть. Падай. А, там вода чисто. Вот, я хотел узнать. Так, все, давайте погнали. Спидранчик. Все, у друга идет стримчик. Господи. Мне рискнуть? Ничего. Мне пофигу чисто. Ну. Да, что там, всего лишь там. Всего что там подвернул ногу и все. Опа. Погнали. Мне интересно, будет ли у меня логотип, я потом буду смотреть на записи. Я это, может быть, выложу. Если он будет лагать, то я буду перезаписывать и выложу это как серию 1.0. Тогда. Подожди, нет, скорее вот это будет серия 0, а следующий будет уже первая. Так, стой. Это тоже помню. Здесь загадки. Ну, загадки же. Не такая плохая игра. Очень хорошая. Игра. Мне нравится. Поэтому снимать ее есть смысл. Просто это хорошая игра, все. Больше не. Не падай. Дед, не падай. Так, сейчас снова. Да. Давай, я просто буду проверять. Давай, красава. Бля, скажи, зачем я это делал? Так, вот так. Ой, тихо. Просто держу кнопку. Ой. Стрелку. Кнопка стрелка вверх.
что делать вниз? Ничего. Ой, это капкан! А, это два капкана. Я думал, вот один огромный, я забыл даже. Фух, перепрыгнул. Так, а что дальше? А, логично все. Что я сделал? Я еще немного задрогнул, потому что наушник сижу в себя. Это что, новая голова? Здесь чекпоинт просто. Я дебил, конечно. А что здесь тени? Вот. Что он теневой, это плюс в том, что... Ладно, не скажу, в чем плюс. Пофигу. Все, побежали дальше. Побежали дальше. Бля, легче на телефон проходить. Не потому что там управление уж удобно. Не. А, потому что... Та... Стоп, камешки. Сейчас камешек будет. Бля. Камешек! Тихо. Ты что здесь? А, в чем плюс-то? У меня хотя бы... На компьютере у меня шум, если там нету, поэтому там было, плюс было проходить, да и управление, ну, не знаю, одинаково. Просто здесь кнопки и... Стоп. О, это прыгать по этим, по веткам. А что надо делать? Стоп. А, здесь ящик. Я немножко подзабыл. Я играл-то когда? Месяц 4, 5, 6 назад. А, здесь надо... Это жрём. А, красавчик. Да. Угу. Угу. Так, нахрена. Чё такое, кстати? Так не могу понять. Первый из 11. Что это такое? А я не умру? А я да, я не умер. Блядь. А что будет, если собрать? На букву интегру в стиме. Игра не куплю. Ну, она дешевая, 250 рублей. Не так много. Блин, если бы у меня были бы карточки, вообще и было бы немного полегче. Ну, карточки в стиле. Было бы немного полегче жить. Люблю просто Steam использовать. Так-то можно в других местах покупать игры. Просто купить-то я куплю игру, а я там могу даже достижения получить. Так, это во-первых. А надо пересобирать, типа. Вы чё, ебёте? Чё это сейчас было, блядь, я не понимаю. У меня 30 FPS. Эта игра у меня не лагает. Она нагружает мой процессор. Процессор. Процессор, конечно, надо нагружать. Потому что... Как же без этого? Блядь, ты куда дядь? Опа. Хоть это ему проблем. Опа. Так. Скорее всего, если я помираю, то надо было заново собрать, да? Блять, да, замок.
подтвердил это. Я не понимаю, почему с огромного просто расстояния ты не с огромного ты разделяешься, с большого ты не разделяешься. А, так, бля, я туплю, то они же отличаются. Огромный большой трав. Разнесся, да? Бля, только, пожалуйста, не умирай, ё. Я тебя прошу, спасибо. Спасибо большое. О, нет, сейчас будет паук. И не живет додика. Кто он додика? Кстати, если бы у меня сейчас был бы какой-нибудь объемный звук такой, улучшенный какой-нибудь. Вот какой-то, да, вот такой вот. То он более реалистичный был бы. А, блядь, меня ж слышно не будет. Кстати, а можно показать, что будет, если, типа, я, наверное, типа... Ладно, покажу, что будет, если я просто буду стоять. Показываю. Ну, типа, просто умер, меня просто проняет. Вот так лучше. Сейчас я просто проходил это. Ой, блядь, ты что, так можешь делать? Ебать, я уже посрался, я просто не ожидал. Спасибо, Степан Сергеевич. Как, блядь, это делать, я забыл уже. Блядь, я молодец. Спасибо большое, игра. Точнее, это я уебок. Ой, меня здесь... О, вот это я люблю. Я же, блядь, забыл какого-то мини-босса проходить, здесь босса вроде нету. Вот его высунуло, блядь. На, сука. Ой, тихо. На. Я запустил вот эти. Пока получар тупой. Почему никакого существа не смог? Почему маленькую человечку даже справиться не пошел? Слабо. Это не то, что в пауки, тебе даже в босса не идти. Ой, это что, пауки? Это я, значит, сейчас будет. Серия была какая-то такая хорошая, прям большая. Да микроскопическая там на 10 минут, на 20-15. Прям вот прям большая, прям. 25-30 минут, чтобы шла серия. А не, блядь, давай. Опа, выбираемся. Ой, давай, уже одна нитка порвалась. Кстати, чисто интересно, что... Опа, все. В прошлый раз я застрял, в этот раз нет. Волшебство, я здесь не застрял. Это волшебная паутина. Один раз ты застреваешь, другой ты уже не застреваешь. Ну, типа, если ты уже обмотан паутиной, ты уже не застреваешь. Прикольно. Все такое черно-белое. Бля, я молодец. Я молодец, как холодец. Прикольно сказал, я молодец, как холодец.
Да пидор, блядь. Мне уже заело. Короче, когда я порву паутину, я, наверное, закончу серию на этом. И потом беру пересматривать. Ой! Это уже скоро. Вроде. Да, скоро, но я не помню, где именно. Просто я реально забыл уже. А ну что, типа, надо... Удерживать, типа? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, блядь! Тихо. Приходится прыжками, чтобы быстрее, а то это будет 4 года идти. Блядь, вот это я реально ненавижу. Здесь, во-первых, можно там пронзиться, если внизу. Я просто, блядь, я без вебки. По привычке хоть... Вот про это я и говорю. Особо и назад нельзя идти, потому что этот уёбок меня хопа по лицу как. Сука! Я рано прыгнул. Надо было немного попозже, ладно. Так, я экран запрягаю немножко. От своего бомбежа. Ну, как обычно, в играх надо бомбить. Вот в сложных, да, в обычных. Если я вот здесь, вот прям сзади буду, я могу и пойти назад, и вот этот уёбок не успею. Это у меня сейчас тактика. Я когда первый раз проходил, я еле-еле прошел. Да это, блядь, идите нахуй, пожалуйста, это. Нам не по пути, извините. Да почему, блядь, я не понимаю. Почему ты, блядь, как к тебе прийти? Не надо, я пошутил. Сейчас он опять вылезает. Вон он, паучок, хорошенький. Так, пожалуйста, иди нахуй, блядь, ну я тебя молю. Я тебя молю, иди нахуй, пожалуйста. Дядя, иди нахер. Блядь. Я молодец, блядь, ура, я спас эту юбку. Вставай, вставай, ты чё, дядь, не умирай, я не хочу. Ладно, давайте. Всё? Ну, всё, ребят, так что, ребят, всем спасибо за просмотр, ребят, всем пока.